по случаю празднования Дня труда в Рысковском районе прошло мероприятие «Еңбек ер атанды». В нем приняли участие аким района, ветераны и молодежь. Встреча, организованная в целях воспитания и пропаганды труда среди молодежи, прошла в свободном формате. Свои слова благодарности выразил аким района ветеранам труда. Труд облагораживает человека. Для подрастающего поколения в пример мы приводим ветеранов труда. Важно донести до молодежи, что такое труд. Основная цель праздника – стимулирование производительности труда, повышение статуса простых рабочих профессий и привлечение к нему внимания молодежи. Ветераны рассказали молодежи о своем трудовом пути и призвали верно служить Родине. Наши предки трудились, не покладая рук, для того, чтобы сегодня у нас было все необходимое. Их вклад неоценим. Наше будущее – это сегодняшняя молодежь, и им нужно понимать, что благодаря упорному труду можно достичь высоких целей, добиться лучших результатов. На встрече ветераны разных отраслей поделились своими мыслями и внесли ряд предложений. В завершении встречи аким района наградил благодарственными письмами отличившихся граждан, которые продемонстрировали подлинный пример профессиональной компетентности и преданности профессии. Алтын Шонгараева, Галымжан Исимбаев, Жамбыл Ньюс.